На канал «Экзегет» поступил такой вопрос. Как гневливому отцу воспитывать детей? Но я бы добавил еще, наверное, к этому вопросу. Как избавиться вообще от страсти гнева? Начнем с того, что, согласно Священному Писанию, гнев не творит правды Божией. Если мы хотим что-то донести до человека, то, гневаясь, мы будем говорить на разных языках. Потому что человек, испытывая на себе силу нашего гнева, всегда травмируется. Травмируясь, он обижается, он может закрываться от нас, либо отвечать нам чем-то подобным, раздражением и так далее. Поэтому в любом случае гневно мы ничего не донесем. Только человека раздражим, расстроим, подавим, может быть, даже если речь идет о детях наших. Ну что же делать нам? Ну, прежде всего, начнем с того, что обуздывать язык. Если мы гневаемся, то не надо, гневаясь, пытаться что-то сказать. Давайте лучше помолчим чуть-чуть. Подождем хотя бы несколько минут, прежде чем сказать. Ну, не получается. Хорошо, давайте помолчим не просто так, а помолимся еще. Господи, помоги мне. Это так трудно помолиться, когда ты гневаешься. Ведь это чувство, оно совершенно противоположному. Противоположно духовному настрою. Но все же, если нас хватит сил помолиться, через силу, понудив себя, отвергнувшись из себя, Господь услышит и помогает, и успокаивается гнев. Поэтому хорошо в таких случаях молиться краткими молитвами. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, избави меня от страсти гнева. Если мы успокоимся, то, вспомня о собственной немощи, все же будем по совести говорить то, что мы должны сказать. И вот тогда наши слова будут действенны. И тогда мы сможем донести что-то до человека, и тогда мы сможем воспитать наших детей, несмотря на то, что, казалось бы, страсть гнева время от времени пытается нами обладать. Но мы будем сильнее этой страсти, победим ее.